Правда, что игрушки оживают по ночам, кофе пьют, едят ватрушки. Нет, никто не замечал. Говорят, играют в прятки и танцуют до утра. Ох, родная, это вряд ли. Уже поздно, спать пора. Но как только свет потухнет, я опять смотреть пойду, как мои друзья на кухне затевают чехарду. Мыши сделали из булки с небольшим окошком дом, и под музыку в шкатулке вальс танцуют вчетвером. Плюшевые леопарды ссорятся из-за меча. Ёж с котом играют в нарды, громко фишками стуча. Кукла режет из салфетки белоснежную фату. Заяц взял мои конфетки и катает их во рту. Утка расставляет свечки, зажигает фитили, чтобы лего-человечки к ней поужинать зашли. И из дольки мандарина, сделав новую луну, осьминог и балерина ставят оперу одну. Слон рассказывает сказку о подводном короле, как явился он прекрасный, грустный феей на земле, как выходит он на берег и искрится, как роса. Жаль, что взрослые не верят ни в какие чудеса.